Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал «Ваша дача». И сегодня я вам расскажу про сорт томата. Но мое видео не столько посвящено именно описанию этого сорта, сколько я хочу вас еще раз сагитировать. Собирайте семена понравившихся вам томатов или покупайте сразу по 2 пакетика, чтобы потом не потерять сорт. Я посеяла в этом году семена томата «Чудо света», купленные еще в 2014 году. И год оказался неблагоприятным по погодным условиям для выращивания томата. И очень многие и старые сорта, и новые томаты болеют. Этот сорт я не сажала много лет, потому что томатики небольшие, и мне казалось, урожайность небольшая. Но в этом году он просто меня спасает, так как он дает и ранний урожай, кисть небольшая, всего 6 томатиков, но урожай ранний, и его много, кистей много. Вы можете видеть, все листья абсолютно здоровые. Много кисточек прямо с самого низу я собрала. И он сформировался, хотела в 2 ствола, сформировался в 3 ствола. Но у меня сейчас такие обстоятельства, что воды очень мало. И подкормок я томатом в этом году не делала. И перегной в грунт не закладывала. А вот старый, прекрасный сорт, хорошо, что не выбросила семена, просто выручает меня. Он очень хорош и для консервации, имеет хорошее вкусовое качество. Томат «Чудо света», но это вот кругленькие томаты, небольшие. Они вот здесь без полива выросли, вот, можно сказать, даже маленькими. Но очень хороши в консервации. А вот листья, может, если видно, как будто они больные, это не больные. Это именно от засухи. От засухи, от сильных ветров, в жару не поливался, поэтому такие листья. На основном стволе получается 9 кистей получилось. 2 я уже оборвала, и вот так вот 7 кистей еще есть. И продолжает вязаться и продолжает расти. То есть общая высота этого томата на данный момент уже выше 2,5 метра. Просто подвязывала как пришлось, посадила здесь, можно сказать, тень. Ну, такие у меня нынче условия, пока я не дома живу. Этим кустикам досталось немножко больше воды, и томатики покрупнее. Старые проверенные сорта, которые не склонны к болезням, которые имеют отличный вкус, очень выручают. Но и сейчас на рынке много новых сортов, которые хороши, но в такое большое разнообразие, что надо обязательно сохранять или покупать тот же год такой же пакетик, чтобы наверняка получить урожай при любых условиях выращивания. Надеюсь, мое видео было полезно, и вы воспользуетесь моим советом, а я вас буду дальше знакомить с разными сортами томатов и методиками выращивания разных растений. Оставайтесь с нашим каналом. До новых встреч!